Так, ребята, сейчас мы полезем с вами, посмотрим. Что-то функции свободной руки начала кнопка водительская глючить. В общем, чтобы до нее добраться, снимаем вот эту вот заглушечку. И сейчас покажу, там надо поддеть такой штырек и его достать. Так, ну вот смотрите. В данном случае у меня кусок электрода. Вот, тянем. Вот видите, выскочила эта штука, как фиксатор. Вот он, выскочил. И все. И вот эта вот личинка, часть ручки, она вот так вот, слегка так покачивая, достается. Заодно, кстати, вот это вот покрасим. Вот, смотрите. Это, понятное дело, уже красил несколько раз. Все. Вот такая штука у нас в руках. А саму ручку, чтобы достать, ее вот сюда. И все. И ручка тоже снята. Так, все, погнали. Дальше ручку разбирать. Так, дальше, ребят, смотрите, вот здесь такая, ну, пластиковая типа заглушечка, ее снимаем. И здесь, вот прямо здесь, винтик, его надо открутить. Так, вот винтик открутили. И теперь вся вот эта часть достается полностью. Вот так. Все, у нас появляется доступ к антенне. И кнопки. На герметик не смотрим, потому что уже кнопку эту я паял. И теперь можно достать полностью и ручку. Сейчас покажу, тут надо двумя руками. Так, ребят, смотрите, вот тут кнопка, вот эта, она как бы в фиксаторах находится. Фиксатор ослабляем, и она вот сюда выпадает. И теперь ручку можно легко снять, вот, и спокойно покрасить. Так, что-то не фокусируется. Вот, смотрите, а вот и вся проблема, из-за чего кнопка не работает. Попала влага, и она попросту окислилась, и она не работает. Будем ее перепаивать. Да, ну вон видно, она вся ржавая. Блин, что не фокусируется. Так, ребят, смотрите, пайщик, конечно, с меня еще тут, но припаял. Да? Проверяем, все работает. Нужно припаять к, блин, где кнопочка, вот такие кнопки обычно стандартные. Вот она, старая кнопочка. Сейчас. Вот, сфокусировалась. И надо припаять вот к двум лапкам, к любым. Ну вот она типа прямоугольная, к меньшей стороне. Вон, она видно, все окислилось. Вот, то есть просто припаиваем вот эти два провода, красный, черный, к двум лапкам, и все. И все работает. Так, короче, ребят, позапаивал, позамазывал герметиком кнопки, да? Так, где-то карта. Проверяем. Все работает. И точно так сделал на здесь. Ну, он герметиком так нормально позамазывал. И здесь. Понятное дело, не вечно, но работать будет. И вот здесь, в самой кнопочке. Просто вон кусочки резины вырезал,
положил. Здесь, значит, пружинка становится. Ну и получается заводская кнопка немножко повыше, это пониже. Ну и чтобы доставала, вот поподлаживал такие кусочки резины. Все, ребят, сделал, короче, передние ручки. Смотрите, вот подобрал именно так, чтобы вот нажимаешь, видите, он нажимается. Все работает. Сейчас попробую. Закрыли багажник, да, дверь тоже закрыта. Все, автомобиль закрылся. Эту тоже покрасил, собрал. Все, автомобиль открылся. Все работает. Задние тоже надо перебирать. Они вот, видите, задние не нажимаются даже нормально. То есть здесь сделал все четко. Чик. Закрылось. И покрасил их краской хром. Но задние не работают. Все отлично работает. А это, ну вот это тоже красить надо. Но это открывает. Мне главное, чтобы задние на открытие работали. Кино.